скажи мне, пожалуйста, вот что ты тут делала? Что ты тут натворила? Вот чем ты тут занималась, вот пока мама была на работе? Вот мама пришла с работы и видит вот такую картину. Это ужас просто какой-то. Я захожу в комнату, а здесь непонятно что. Я вообще думаю, это кресло, что ли, разодранное, или что это? Что вот это вот вообще такое? Это? Нет, это вот от лотка, который я тебе с вкусняшками оставила. Так лучше бы я эти вкусняшки вообще не оставляла тогда. Эти вкусняшки превратились вон во что. Иди сюда, ты куда ушла? Иди сюда, иди. Расскажи маме, что ты тут делала. Ну иди сюда, скорее. Иди сюда, убежала она, спряталась, натворила делов. Иди сюда. Ну подойди ко мне, я вообще хочу узнать, что тут было вообще. Как это вообще можно было натворить такое? Как это возможно? Подойди сюда ко мне. Ну, подойди. Подойди ко мне, я хочу вот узнать у тебя, чем ты тут занималась, что ты тут творила. Ты убежала, спряталась? Правильно, потому что зачем? Иди сюда. Идем, идем. Ну ты меня не слышишь, что ли? Вот это кто будет сейчас вот обратно все убирать, порядок наводить? Ой, ужас какой-то. Вот оставила с вкусняшками. Да, вот желательно вообще узнать, как это произошло, как это вообще возможно. Как такие вещи можно сотворить, сидя дома, с вкусняшками, в тепле, когда маму ждешь. Как это можно было сделать? Ты мне можешь сказать, как это можно было сделать? Нет, ты ничего не можешь сказать. Ну, а теперь кто вот это все будет убирать? Ах, мы еще и огрызаемся, мы еще и лаем. Мы еще и лаем. Мы еще и будем сейчас огрызаться, лаять. Да? Значит, как вот это все творить, так это нормально. А как вот убирать, как вот слушать, что так делать нельзя, так мы это все будем сейчас лаять. Да? Ага, нормально вообще. А кто это должен все убирать? Иди сюда, пожалуйста, иди сюда, ты мне объясни, вот это кто должен теперь все убрать? Ты не хочешь? Ты не будешь это убирать? Нет, конечно, зачем? Зачем? Давайте мне еще вкусняшки, давайте мне все, что можно грызть, я все буду грызть. Ужас, вот ни тени, даже не вижу в твоих глазах я раскаяния. Абсолютно нет никакого раскаяния. Ой. Ну что мне с тобой делать? Ну что, я вообще просто вот не знаю, что мне делать. Это ужас. Это просто дикий ужас какой-то. Ну ладно бы в одном месте еще где-то. Но это вся комната в этом. Это весь пол просто. На мелкие кусочки разорванный этот лоток с вкусняшкой. И зачем его нужно было? Вот скажи мне, пожалуйста, ты съела вкусняшку, хорошо. А зачем ее нужно было раздирать? Вот зачем так вот раздирать? Не, а ей все равно, она даже не слушает меня. Ей все равно, абсолютно ей. Ноль эмоций прям. Ну послушай меня хоть минуточку-то. Иди сюда. Подойди ко мне. Подойди. Скажи, тебе стыдно, что ты сделала?
Тебе стыдно? Стыдно тебе? Принеси игрушку свою, принеси. Неси игрушку, неси игрушку, дай мне. Вот, давай игрушку сюда мне, давай. Вот, у тебя были игрушки, я тебе оставила кучу игрушек. Вот ты сейчас, мама сказала, ты взяла. У тебя была целая корзина с тобой рядом игрушек. Нет, тебе надо было обязательно разодрать все вот это. Ну, веселись, веселись. Thank you.